трансформатори тока нулевой последовательности ТЗЛК-066-70 представляет в Украине компания «Электромотор». Предназначен для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности. Буква R означает, что трансформатор разъемный. Трансформатор устанавливается на кабель диаметром до 200 мм. Номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальная частота 50 Гц. Производитель «Электрощит» и компания, город Бобынина, Россия. Склад в Киеве, доставка по всей Украине. Контактный телефон 5 30 38.